неожиданностью. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию уникальный материал о нашей встрече с Джоном Кейлом, одним из создателей и участников этой необыкновенной нью-йоркской команды. Сегодня у нас здесь, в музыкальном магазине «Титаник», приятное и радостное событие. Сегодня здесь началась уже и пройдет пресс-конференция Джона Кейла, выдающегося английского музыканта, пианиста, композитора, обладателя множества неофициальных титулов, чуть ли там не отца панк-рока и талантливого, в общем, человека и заметной величины современной музыки. Вчера он выступал в Москве, а завтра его единственный эксклюзивный концерт пройдет в зале консерватории. Его визит здесь представляет компания Opel, основанная супругой Брайана Ина, Антей Норман Тейлор. О ней я говорил, она находится тоже в зале. Можно будет потом ее спросить о чем-нибудь. И вместе с Opel Ltd. концерт представляет компания «Невский курс», авиакомпания «Финэйр» и магазин «Титаник», в котором мы сейчас находимся. Первый раз в России или нет? Как впечатление? It's actually the second time. It's the first time in. Это мой второй приезд в Россию и первый мой приезд в Санкт-Петербург. Я уже два раза был в Москве. Второй приезд мне более понравился. То есть он более раскрепощенный, более цветастые впечатления. И очень мне понравился переезд в ночном поезде. А насколько важно для музыканта, который занимается некоммерческой музыкой, а вот этот успех при жизни? Я не знаю. Я не собираюсь умирать в ближайшее время. Я только собираюсь быть более коммерческим в моей деятельности. Очень важно быть тем, кто ты есть, и прекрасно чувствовать себя в своей шкуре. Нет, я больше занимаюсь писательским трудом, чем живописью, изобразительным искусством. В январе я издал свою автобиографию. По поводу биографии вашей, музыкальный журнал «Селект» в мартовском номере дал очень такую положительную оценку вашей автобиографии. Но, к сожалению, мы ее не читали, и хотелось бы спросить, в чем была потребность написания вашей автобиографии? Прежде всего для того, чтобы освежить в памяти и помнить эту биографию. Человек, который подвиг меня на это написание, и который помог мне, был Виктор Бокрас. И также главный редактор Bloomberg Books тоже меня вдохновил на написание автобиографии. Майкл Андачи, который посетил один из моих концертов и потом прислал копию фильма «Английский пациент», он как раз выразил свою идею в написании этой биографии. И когда делаются такие предложения, вообще отказывать не имеет смысла. 8 октября 1994 года вы приняли участие в Мемфисе, в концерте, посвященном памяти Элвиса Пресли. Там исполнили песню «Хардер Колд». Что это? Дань любви и уважения или попытка заработать денег? Дон Вос пригласил меня на этот концерт, и я не мог отказаться. Я, естественно, понимал, какие известные люди будут принимать участие в этом концерте. Как раз перед тем, как я приехал на место для саундчека, он подбежал ко мне и сказал: «Шер отказалась от выступления, поэтому будет замечательный концерт». Еще в период застоя вы сказали, что город для многих русских музыкантов и людей, интересующихся музыкой, основал, конечно, в связи с вашим участием в первых партнерах. Значит ли для вас это что-то, учитывая ту ситуацию, в которой была Россия тогда? И был ли у вас опыт сотрудничества с российскими музыкантами, какими-то контактами? No, I, not,
Нет, вообще я впервые прибыл в Россию в начале 99 года и встретил Сашу из звуков МУ. Я не встречался с музыкантами российского мейнстрима. Я посетил студию Гостелерадио в Москве, и то, что я наблюдал в студии Гостелерадио, это были люди, которые находились в залах ожидания, в различных национальных костюмах, которые ждали своей очереди на запись. В ночные сессии звукозаписи я, конечно, видел и работающих рок-н-ролльщиков русских, которые пытались очень сильно имитировать западных музыкантов. Но в дневное время я видел все эти замечательные фольклорные составы, которые представляли музыку из разных уголков России. Да, я с вами согласен. И, в общем, тот концерт мой вчерашний в Москве и завтрашний в Петербурге будет моим первым соприкосновением с российской публикой. The ship of fools is coming in. Take me off, I've got to eat. Same old story, same old thing. Plenty out and pulling in. Mister, there's a caravan parked out back. Rest is home and we'll kiss you right up. A black book, a grappling hook, a hangman's noose, son of a tall tree. Hangers from us be getting close to tombstone. So hold on, it won't be long. The call is on the line. Hold. Was when the flies had gone for free. You could count the hunches by the open doors. And sandwiched in between were the fishermen who steal. Wish I could sail from Tennessee to Arizona. We picked up Dracula in Memphis. Just about a rake a day. Hastily prayed for our souls to be saved. There was something in the air that made us kind of weary. So hold on, it won't be long. The call is on the line. Hold on, sisters gone. Sound the give us high. Everybody seemed quite glad to see us, shaking hands and smiling at the clock. We gave them all the message that the ship of fools was sent to make sure they all got home for Christmas. By the time we got to Swansea, it was getting dark. Bumbles, jungles, bugles, and a prize. The Titan wasted ever poured as if it didn't know what to do. But God has stood its ground and asked for more. So hold on, it won't be long. The call is on the line. Hold on.
возможно ли сейчас существование какой-то альтернативы или что-то, скажем так, нестандартного в музыкальном стиле? Есть несколько. Многие из них находятся в процессе собственного разворачивания. Прежде чем они начнут влиять на современную музыку, должны произойти много различных событий и много нюансов. И в том числе сегодняшнее событие, оно будет в конечном приравнено к прошлому. Дело в том, что авангардные музыканты, они сейчас работают как раз в той же плоскости, что и музыка на интернете. Поэтому прежде чем что-то произойдет, надо будет подготовить много различных ситуаций. Они сидят за столом и сочиняют музыку. Они отправляют ее для сэмплирования и для сведения дальше по телефонной линии и получают это уже в готовом виде. Не от своего компьютера, а откуда-то с телефона. We all live very separate lives. У нас у всех свои жизни. Lou and I live in New York. And Maureen lives in. Луна и я живут в Нью-Йорке. Maureen. And Maureen lives in on the border with Florida, in Georgia. На границе Флориды и Джорджии. And we all work our own individual projects. И мы все работаем над своими индивидуальными проектами. Well, I always find them very. Вы имеете в виду продюсирование звукозаписи? Я всегда считаю, что это довольно поучительно. Вы позволяете музыканту дышать тем воздухом, что он дышит, и представить то, что он своей музыкой хочет рассказать. И это очень интересно. Когда моя дочь начала сочинять, подбирая к музыке определенные слова, в определенный момент она сказала мне: «Все, я больше не хочу. Здесь мне больше не хочется работать». И как раз я ей пытался объяснить, что когда ты что-то делаешь, и когда ты подходишь к тому моменту, когда ты говоришь себе «все», вот здесь я дальше не могу, дальше нельзя. Как раз весь смысл заключается в том, чтобы преодолеть вот этот собственный барьер и делать, и идти дальше. Все время это происходит со словами. Иногда, просыпаясь утром и имея в голове музыкальную партию, которая уже разложена и все такое, подбираешь слова. Иногда все это рождается довольно быстро и легко. Иногда, наоборот, очень долго, но все равно что-то получается. Вот как раз в этом и задача, чтобы это произошло. Another angry whore's disgust. What steps were made before? We don't need them anymore. Need no more than I know. Need no more than I know. Need no more than I know. Instead, I read the morning news in bed. What endlessness ahead. It is no more to be said. Me no more than I know. Me no more than I know. Me no more than I know. The blind may see, stay behind, relieve of all liability and greed. It is no more as you need. Need no more than I know. Need no more than I know. Need no more than I know. Need no more than I know.
time. They don't believe it, but it's the only way for me. Need no more than I know. Need no more than I know. Need no more than I know. What crap old chap used to fill up the gaps. We sent like traps for us the rest, and there's no more to catch. Me no more than I know. Me no more than I know. Me no more than I know. Then bury me deep down among the weeds that creep into the hearts of all the weak, and there's nothing oh so weak. Need no more than I know. Need no more than I know. Need no more. Шостакович. Шостакович, a lot of Шостакович, especially the string quartets and the струнный квартет. Especially his string writing in general. И все струнная музыка в общем. Правда ли, как вы думаете, что придет конец западной цивилизации? I wouldn't be surprised, would you? Я бы не удивился, если бы западная цивилизация закончилась, как вы говорите. Вас наградили множество эпитетов в прессе, видимо, за эти долгие годы. Среди них вас называют основателем панка. У нас как-то принято соотносить частную жизнь и творческую. Вот есть в вашей частной жизни элементы панка? Или вы реализуете себя полностью в творчестве и, вот, как сейчас, выглядите достаточно рассудительным человеком, спокойным, без всяких каких-то экстремальных проявлений? Нет, с экстремальностями покончено уже. Вас называют одним из отцов панка, да? Вы, наверное, своими детьми у вас? Yes. Да. С детьми, детьми доволен. It's interesting that the punk. Дело в том, что когда панк появился в Лондоне, для меня большой неожиданностью было, что он затем появился в Нью-Йорке. Но еще большей неожиданностью было, что он появился затем в Лос-Анджелесе. Должны быть социальные причины. Для панка нужно обязательно, чтобы была очень большая пропасть между богатыми и бедными. Поэтому непонятно, почему в Америке возник панк. У российского гимна сейчас нету слов. И наши поэты замешательствуют, о чем писать. А вы в России уже второй раз, а первые впечатления, они считаются самыми такими правильными. Если бы у вас спросили, какие мысли надо положить в основу слов российского гимна, то вы, как человек свежий, приехавший недавно из границы, что бы сказали? Thanks for the invitation. I'll think about it. Спасибо за приглашение. Я подумаю над этим. Джон сказал, что с экстремальностью его жизни покончено. So you cut with extremes? Такой вопрос, что смею предположить, что в той жизни, которая была до этого периода, он как бы употреблял водочные напитки. Вот. Перейдя к своей нынешней жизни, я отрезал много дерьма, которое было раньше, и перешел к более простым вещам. Я закончил потреблять алкогольные напитки после рождения своей дочери. Я сейчас работаю над стихами, которые являются словесными выражениями музыки.
И в том числе я обратился к поэзии Второй мировой войны, которая была посвящена отправлению солдат на фронты Второй мировой войны, а также к классикам литературы Теннесси Уильямсу, Шекспиру и даже к литературным опытам Марлона Брандо. Наверное, он слышал, что Брайан Ино сделал свою инсталляцию «Light», с которой он был в Санкт-Петербурге. No. Не слышал. Но, по крайней мере, вы знаете, чем он занимается сейчас? Какие ваши впечатления о современном искусстве? I believe he's producing you too. Насколько мне известно, он является продюсером U2, а дальше не знаю, чем он занимается. Струны или клавиши? Какое предпочтение лично его? Strings. Струны. Вы поддерживаете какие-то отношения с Луином сейчас? Да. No. Нет. Справедливо ли будет сказать, что вы в ссоре? No contact. No contact. У нас нет никаких отношений, ни хороших, ни плохих. В 1977 году, когда вы представляли свой альбом «Касс», вы лично на сцене отрубили голову цыпленка. Число какое было? Что это было? А какое-то живодерство, экзистенциальное, попытка какого-то рекламного трюка. На самом деле, я не вижу очень ничего страшного, поскольку я сам Я думаю, что это было интересно продемонстрировать перед теми панками, которые в жизни творят и не такое. Их это так довольно сильно поразил. Конечно, такой акт не годится для групп, которые проповедуют вегетарианство. Для вас нет прощения? Я убежден, что все, что ты делаешь на сцене, помогает раскрыть твое творчество, помогает понять людям то, что вы хотите до них донести. Of two, who moved for 3 years in June, down the long walk of their vows. Every Jew or great or caring crowd, death strikes their house, death strikes their house, death strikes their house again. Too late. Too late, the rum rain. They come together. From every true or crater carrying cloud.
strikes the house. Death strikes the house. Death strikes the house. Death strikes the house. Very much. A man was sleeping under a tree.
waited at the door, but he didn't come. According to his father, he is very ill. Leave the parcel on the top deck.